teclado, no es normal. Даже если какой-то лимит брать сегодня, правильно, дома? У Бэтфонерки там, по-моему, у него там... Официально запрещено, но реально ответственность наступает с 5 кусков. И плюс, если ты делаешь все у себя в руках, в саду, и никого ничего не решаешь, то... Да, полицейский, есть такая штука, когда вы делали серьезный фильм, дома, там, подпольный, типа. Обычно ничего так. Лампы, которые как светят, очень мощный, и уже фотограф. Полиция едет здесь с прекрасной камерой, и она вычисляет, в каких домах слишком на грехе комнаты. То есть реально даже есть знаменитая фото была голландская, что полиция стоит нормальный стандартный голландский дома и такая касается. Полиция стоит тут же автобусов, и на крыше везде снег, кроме одной четкой квартиры. И там написано, что вывели дорожные номера. То есть это надо... Лучше всего это, если твоя отдельная фирма для YouTube. А... Это понятно, короче, много. Есть высота, которая у него внутренний дворик, тебе не в топ. В общем, есть цветы, которые просто растут, это нормально здесь. Я такой купил, что дома только пока мальчик. У нас на самом деле на заднем дворе в России просто канал непонятно каким образом. Мы просто мы срезали, потому что на камеру. Да, у нас росло. Никто надо не везде, в России еще можно брать. Всем пофиг. Не, ну если тебе надо будет прихватить. Не, просто да, но если ты уж будешь сухой, ну, то да, но как сор... Да. Не, просто в обычный день. Как сорняк, они тебя ничего не... Конечно, что ты отвечаешь за то, что тебе какие-то замки... Откуда ты знаешь, что это вообще конкретно? Да, можно сказать, что на полосе не снижаю. На самом деле, я не знаю. Ну, как? Я только сейчас решаю. Но я с ума сошел, я стал покупать землю сегодня купил большой шаг. Ну, мне нравится, ну, это не очень серьезно, люди не так уж могут продать через 3 месяца. Но просто как домашние животные с целью. Лучше кофе, чем трава. Что чем кофе? Лучше кофе, чем трава. Да. Так что там драйдов, то есть никто не может. Как они тогда состав собирают? Все просто в последний момент стало известно, когда и где. Это единственное. Чего? Половина? Они уменьшили состав делать или всем похер наймут за сам? Это будет две песни из проекта «Досады» с «Искусства». А, то есть другое? Будет интервью с певицей и своя поэзия, они подавляют. Не знаю, мне так хочется. Мне главное запустить, как плохо запустить. Каждый месяц уже по главному каналу, в главный шоу. На самом деле, чё там, да. Там то похер на самом деле, что мы играем же там не играем, но с другой стороны, если возможность есть, ну что, все, выгнули, да и все. Ну, для простых людей старавшись, когда тебе простые голландцы говорят, тебе кто-то. Да. И потом тебе еще пишут сообщения, и там с кандидатом, разные, не только в офисе. Да. Мне Джетра писал, нам с тобой, кстати. Все равно прикольно.
Голландии больше, чем в России. Еще крупнее. Один раз на канале России. Здесь кинотеатр. Уже столько переиграли. Капец просто. Thank you.
Thank you.